что я делаю, у меня нет денег на новую тачку, блин. Убер драйвер, у меня тачки нету. Где я тебя заберу, блин, ее? У меня 4.90. Хочу тачку гонять, блин. Может, 4.90 хотя бы так же дадут. Не, ладно, давайте попробуем купить у нее за 4.90. Если нам дадут, офигенно будет. Hello. Welcome. А, она обиделась вообще. Enough. No more offer. Hello, Bob. Enough. Они, no они могут offer. Обидеться за цену, офигеть. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Hello, welcome. Че я могу сказать тебе? Он хрена ничего не могу сказать, я не могу ни тачку купить, ни поработать на этой тачке. Блин. Единственное, что я могу сделать, это сходить домой, поспать и все. Я даже денег тратить не буду, у меня денег вообще нет. Если мне завтра тоже не ты тачку не дадут, то ты чепи не. На Beach Street. Beach Street. Не, вот Beach Street, а на Beach Street. Hello, welcome. Where are we going? To Beach Street. Okay. Просто деньги зайти на ветер, так влюбляться, блин, все. Нет, я автопал. Это мой город. Я тебе думаю, автопал. Подождите несколько дней, чтобы начать мечту с апортажа. Пошли пешком до дома, дойдем, хотя пробежимся. То есть мы будем еще и носить урон кому-то. Интересная вещь, конечно. О, драйв. Еды нету, тачек нету, блин. Так, следующая музыка. О, подожди, дай-ка я смотрю, как раз можно, нет? По крайней мере, из виду у нас пока проблем нет. Не, а чё, угнать тачки нельзя, не? А прикинь бы еще можно было бы тачки угонять и все это отсюда. Вот
если подумать, знал тачку, продал быстренько ее и все, и дал дёру. 6, 12 часов сплю, нафиг. О, 6 утра надо, 9 надо. Поели, попили и погнали дальше. Интересно просто, что мы сейчас делаем, если у нас нет денег, ни хрена. Нам просто сейчас надо выдавать где-то деньги. И очень быстро, и очень тщательно, и профессионально. А, нет, нельзя. Фото. Просто интересно, куда в этот альбом потом кинули это все? Неплохо. Ладно, погнали. Так, следующая музыка. Плейлист. Сколько тут интересных песен? Следующая. Кстати, за это интересно, бан мне дадут за эту музыку. Пойдем пока и поищем баги тут. А, на лестницу заходить нельзя, это текстурная. Да, бы еще посходить за что-нибудь, я думаю. Тихо. Пугали, блин, а... Спасибо, что вы остановились. Охрененные тут тачки и менее денег на одну из них, да? Hello, welcome. Hello, welcome. О! Я приобретаю ее. Я знаю, что у нас сломанная. И грязная. Грязная, сломанная, и бензина нет. Это я прекрасно узнаю. Сейчас мы ее починим, погоняем на ней, еще и заработаем в углу. Много. Просто сейчас интересно, сколько мы можем заработать таксовать. Кстати, если принарить к этому городу, будет все отлично гонять есть. Вот. Просто это именно...
долбанутый? Бог, хрена, дебил. Чуть стоп не улетел, ладно, хорошо, ты не улетел. Майка, отлично, давай помоем тачку. Сейчас будем делать баблишки, и прям дофига, дофига, дофига. Даже нет. Да, хоть... да, залить топливо. Отправ... Куда нахер столько топлива? Ты чё жрёшь-то такое? На 1500 залить топливо, блин. $20,000. Блин, я даже не погоняю 4К. Слушай, я не спокойно могу за 4К продать. Даже я даже согласен за 5 продать его. Классно, музыка. Здорово, чувак. Тут красивая фиолетовая тачка, стоит 4000. Тебе она как раз подойдет, я согласен ее взять. Приделись, да? Блин, с тобой. Забирай 4500 есть. Блин, так хорош, так я должен, я надеюсь, что он оставит меня в сбытном положении. Ты охерел? У меня тачка охрененная была, починенная. Правда, не заправлена на 100%, но и хрен с ним, там, блин. Ты видел цены на топливо 1500 за полный бак? Когда в прошлый раз заправлялся, было 300 или 500. Капец, блин. Я не знаю, как мы будем забрать 20К, только надо сделать подок, чтобы там продать, тут купить. Вы захерели, блин, сразу. Я вот хочу купить эту тачку. Сколько времени ждать? I am not sure. Какина. Подожди, может я найду подешевле тачку. Если не найду, я заберу тебя. Hello, welcome. 4500. 53. Уже сколько я хочу, блин. Hello, welcome. Чувак, я согласен. Отдавай свою тачку. Hello, welcome. Okay. Alright. Только вопрос, что она битая, эти скотину убью.
Офигенно. Да вы долбанули что ли? Какие нахрен 2000? Не знаю, что сделать, по-моему, тачку продам призрака и все. Это если я где-то застрял, да? А, это полным баком, подождите. А, они мне пока не дадут, пока это, да? Кстати, я себе полный бак нашел, как делать. Если у тебя меньше 400 денег, баксов, просто вызываем эвакуатор. Они нам тачку не починят, а хотя бы бензин дадут. Ну хоть мойка 30 стоит. Хотя бы чисто. Доход, блин, автомойки тоже надо купить, блин. Интересно, ее купят за 5к или не купят? Продаю тачку в отличном состоянии. Красивый номер. О, чувак, здорово. Охрененная тачка за 5к, согласен? Смотри, какие фары. Смотри, какой цвет, золотистый цвет. Она как новая. Правда, там что-то сломано по рыбасу. Но это... Что с тобой случилось? А, ты из старой, да? 4500. Ты с тобой, Буварина. А фамилия не так хорошая, как я ожидал, наверное, что они заставят меня за трудное положение. Да пошла ты. Две звезды, блин, а. Девять часов. Девять. Блин, прям в 9 часов пошел, ну ладно. Ну, мы по 12 часов, грубо говоря, будем спать, где делаем ходки за день. Не, ну тут офигенный саундтрек. Задание саботажа активно отправляется в автохавер. И оставь сообщение, не напоминание. Белов-то.
Я же пешком добегу, мне ж нечего сказать. Не, мне просто нет, куда мне 20 тысяч добавляться? Что они хотят на эти 20 тысяч копейки? У меня денег на жратву нету, блин. Мне очень сильно нужна новая тачка. И найти работу для нее, потому что я не знаю, как работу искать. Ладно, сейчас быстренько устроим саботаж, потом решим по поводу тачки. Что я потом уделаю после тачки? Вот там чувак какой-то стоит. Друг. Ладно, тут хоть камер нету. Квест напоминания все завершен. Что там написано? Джон is back. Участвуйте в городских гонках славы. Ага. Нет! Нет! Continue. Я еще не все не закончил. Они мне предлагают ее добавить в список желаемого. Спасибо, блин. Ладно, хоть это не, было не во время, когда я за рулем был. Кофе жизни. Краб клуб. Чтобы принять участие в гонке, вам нужен автомобиль Зодиак Мил. Полюбасу спорткар какой-нибудь, да? Угу. Сейчас там тачку надо купить за 2к где-нибудь. Тележка. Четыре таких тачки, ладно, окей. Hello, welcome. 4200. Да пошел ты. Hello, welcome. 200. Согласен. 200 заберу. Hello, welcome. 4200 не заберу. Hello, welcome. 978 не заберу. Hello, welcome. Hello, welcome. 4200 тоже не заберу. Hello, welcome. 4400 тоже не заберу. Hello, welcome. 4200. Что-то вы слишком дорого продаете. Я тебя согласен взять Hello. За 2к. Welcome. Ну, я жду. Ну, не так уж и много так-то. Okay, all right. Если, ну это я знаю, что он повреждён, да. Тихо. Так я помню эту серию. А, она правда сказала, смотри-ка. Не, ну улучшать тачку мы не будем, у нас очень мало денег. Кстати, это что-то другая управляемость у нее. Что-то слишком легко управляется. Вот сейчас я вам покажу даже это специально. То ли тачка другая, то ли еще что-то.
Так вот бы развернулся, как на месте тут. Было бы офигенно кружочек. Это продажа 3К. Слушай, ее за, может, 3500 можно продать? Слушай, давай за 4 продадим. Нет, ладно, 3500. Таксичку. А, там тачек других нету, один фиг. Были бы другие тачки, да, можно было бы купить. Чувак, подожди, я сейчас в магазин заеду и схожу. Блин, да хоть убирался бы я, хоть чего бы денег. Главное, деньги бы платили бы. Давайте читать по-другому, подождите, быстренько. 240. Получается за 5. 4, ни хрена, 125 на 35. Я за 120, так. 150 на 30, пятерку. Я стейки буду покупать, нафиг. Стейки выгоднее всего. Keep you следуй дистанциям. Привет, чувак. 3500. Согласен продать за 3. Матрик, okay. Хорош, это на ведь. Я бы рекомендовал эту галерею для покупки автомобиля. Спасибо, чувак. Я люблю тебя. 7 часов, да? Нормально. Нам тупо сейчас надо где-то заработать 20к. Это, блин, да хренище, если так посудить. Ты наценку-то большую не сделаешь. Из зодиака тачку надо купить целую, блин. Ну, тут определенно однотипно, конечно. Тут есть, да, какие-то миссии, сюжет. Это интересно. Ну, по идее, в нее, да, можно будет играть. Еще больше бы разнообразия было, и можно было делать твой плейлист с рандомом сразу. И песни нравятся, сразу лайкать и ставить их. Надеюсь, автор услышит меня. Это вряд ли меня услышат, но да ладно. Ищем баги, которых не должно быть. О, тачки. Hello, welcome. Она грязная. Hello, welcome. Okay. Быстро передадим, все, погнали, быстро сейчас все продаем и к вам новую тачку. Hello, welcome. К
Короче, если что, потом я сразу же покупаю вторую тачку. Если у нас... А, у нас денег не хватит на починку, точно. Активности нет, вы издеваетесь. Тут плохо то, что тут нельзя в радио включать музыку. Пора, чуваки, я вам тачку еще одну привез. А, кстати, не знаете, у него ремень безопасности был, не был. Обманщица. Катина, обманщица.